На конкурс дети читают стихи, читает ученица 6 Б класса Чащина Екатерина. Ирбитская школа, реализующая адаптированные общеобразовательные программы, произведение Никитина «Весело сияет месяц над селом». Весело сияет месяц над селом, белый снег сверкает синим огоньком, месяца лучами Божий храм облит, крест под облаками, как свеча горит, пусто, одиноко, сонное село. Вьюгами глубоко избы занесло, тишина немая в улицах пустых, и не слышно лая псов сторожевых.